Всем привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня будет небольшая такая распаковочка от магазина Spinning Line. Очередная посылка. Заказывал здесь балансиры и блесны. Но это уже к следующему сезону. Такая вот пришла мне коробочка. Вот. Давайте посмотрим, что пришло. Ну, как я и сказал, заказывал балансиры и парочку блесен. Значит, здесь бумажечка. И давайте посмотрим, какие я заказал балансиры. Так, ну вот на первой на очереди вот такой вот балансир. Это, значит, у нас Nordic 4, цвет 40H. Такой вот красивенький цвет. Выполнено очень качественно. Ну, заказал без крючков, потому что в наличии такой расцветки с крючками не было. Ну, у меня в основном здесь балансиры все будут без крючков. Ну, вот такой вот красивенький цвет под натуралочку. Еще раз повторюсь, цвет 40H. Вот. Убираем. Так. Следующий балансир тоже Nordic. Так, сейчас достану его. Эх, зацепился. Так. Вот такой вот красавчик. Это тоже Nordic 4, цвет 103. Вот. Заказал Nordic'и, потому что еще ими не рыбачил ни разу. Вот. Буду пробовать. На вид они мне очень понравились. И размер самое то. Это четверочка. Под окуня нашего будет самое то. Так, убираем в сторону. Так, что у нас тут еще есть? Шток. Так, еще один Nordic сейчас будет. Сейчас я его достану. Вот. Еще вот такая вот натуралочка, салатовая спинка, вот красный носик и серебристые бока. Вот этот цвет 02H, кому будет интересно, такой вот интересный цвет. Так, Nordic'и четверки, значит, вес у них 12 грамм. Вот такое вот узкое прогонистое тело. Вот. Вот такой красивый цвет. Отлаживаем в сторонку. Так. Следующий у нас на очереди. Это будут лакиджоны Classic. Но эти ребята у меня уже проверенные бойцы. Значит, это размер 4,5. Самый ходовой у меня лично. Вот вес 7,5 грамм. Данный цвет это 53 цвет. Вот. Эти балансиры могу смело рекомендовать всем. Потому что они проверенные. Очень ловчие. И по деньгам тоже нормальная цена у них. По крайней мере, вот эти стоят 157 рублей. Без крючка. Так, отлаживаем этого в сторонку. Следующий. Вот такой вот красавчик. Это тоже Classic.
в размере 4,5, цвет 54. Вот такие мои любимые цвета в основном. Синий верх, красная брюшка. Самые такие ходовые. Вот. Опять же повторюсь, классик. Смело рекомендую всем. Балансиры проверенные, ловчие. Можно смело брать. Так. Сейчас у меня пойдут фины. Вот такой, значит, фин. Это четверочка. Длина 6 сантиметров, вес 10 грамм, цвет 15H. Вот. Эти балансиры тоже себя очень хорошо зарекомендовали. Тоже могу всем смело советовать. Берите, не пожалеете. Так, убираем. Так, что у меня тут еще осталось? Так, ну вот в такой упаковке это с тройником. Цена, как видите, 270 рублей. Такая вот уже новая упаковка. Вот. Вот такой вот красавчик с капелькой. Цвет 45H. Вот. Вот от него упаковочка. Такое наименование. Фин четверочка 45H. Так. Еще вот такой вот. Вот такой вот классик. Яркой расцветки. Сейчас мы его посмотрим. Вот такая вот моделька. Вот это у нас, значит, тоже 4,5, цвет 20. Вот капелька белая. Такой вот балансирчик. Такая от него упаковочка. Так. Еще взял на пробу балансиры от фирмы Альвега. Вот такой вот балансирчик. Цена совсем смешная, 88 рублей. Написано Made in Russia. Давайте посмотрим его. Сверчик на вид сделан очень качественно. Вот, но что сразу бросается в глаза, это хвостик совсем небольшого размера. Не знаю, как он себя покажет в деле. Ну и вот такой тройник. Вот. Ну, будем пробовать. Может быть, даже он и хорошо себя покажет в деле. Убираем. Еще взял на пробу две вот таких блесны. Вот. От фирмы Nordwaters. Такие блесны. Одна называется Кобра, а вторая Трек. Сейчас я распечатаю и покажу.
Так, это у нас трек, по-моему. Да, трек. Шестерка. С одной стороны она медная, с другой стороны тоже медная. Вот бывают и разные. С одной стороны латунь, с другой стороны медь. Это у нас медь. Размер, значит, шестерка. Еще раз повторюсь. Так, шестерка. Вес 12 грамм. Тройничок стоит десяточка. Как заявляет производитель, тройники стоят фирмы Овнер. Вот такая облесенка. Но тоже будем испытывать, смотреть. Вот. Тоже сделано в России. Следующая блесна — это у нас кобра, семерка. Вот. С одной стороны это получается медь, с этой стороны латунь. Вот. Это семерочка, размер ее 50 сантиметров, 70 сантиметров, вес 7 грамм, тройничок восьмерочка стоит. Тройнички хорошие, с капелькой. Вот. Тоже буду испытывать, смотреть. Вот такие вот блесенки. Ну вот такое вот пополнение моего арсенала к следующему сезону. Вот. Будем пробовать, испытывать какие-то балансиры. Уже у меня испытанные, такие как Classic и Fin. Нордики будем испытывать. И балансир от Alvega тоже будем испытывать. Вот. Вот сегодня решил снять обзор прямо с полевых боевых действий. Немножечко тут уже половил. Вот. Ну так как окунек поклевывает немножко. День хороший. Ловлю черти города, город Братск. Вот, так что можно и недалеко от города половить рыбку. Вот такие вот хорошие кушки. Вот. Но сейчас, наверное, буду еще испытывать что-то из этих приманок, попробую сейчас. Вот. Ну вот такой небольшой обзорчик. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч!